приветствуем в Cherokee BMG Drive. Короче, решил погонять. И посмотрим, чему это привело. Теперь тут едет дальнобойщик Василий. Нет, дальнобойщик Сергей туда. Дальнобойщик это с говна ходит. А не. Сразу захотелось, конечно же, погонять. Он спокойно ездить не умеет. И посмотрим, что за футболи. Чистая.
Приехал. Кардан выводился. Нормально. Тут решил Тимурка поебать. Есть как в GTA. Помял чуть-чуть. Боже, пивка долбану. Тормоза отказали. Так, первая машина. Задел. Второй чудом сбежал.
Походу третью не избежит. Чуть-чуть затем. Задевает бандиту. Открывается задний бандит. Разгоняется. Чудо пролетает между двух машин. Скорость 104-105 км в час. Так, здесь автомобиль еще. Погибай. Автомобиль. А, третьим пронесло. Там микроавтобус чуть-чуть не зацепляет. А, блин. И прям сзади. Переворачивается. Неужели улетит? Все, машина в смятку. Хотя в воду не съедет. Ну все, машину разбить, что сказать. Сейчас возвращаем сюда. Да, теперь посмотрим, как его очередь. Учесть из дома. То есть на работу. Его заносит. Ну и все, он поехал. Едет себе. Опа, знак зацепил. Еще один. Машина пока цела. Почти. Догоняет всех. Догоняет переднюю тачку. И улетает нас. Здорово. Переворачивается. Катится. И все. И приехал. Сказать, повезло, блин. Все чуть-чуть обрыв.